Друзья, всем доброго времени суток, вы на канале Делай Сам и с вами снова Алексей. Сегодня с вами сделаем отличную самоделку из вот такого куска металла, толщина у него 3 мм. Что получится, давайте посмотрим видео. Кто не подписался, обязательно подписываемся, а я буду показывать, как я все это делал. Поехали! Немножко я переиграю, из вот этих отверстий сделаю 25 на 45 первый кусок. А вот второй кусок сделаю 25 и 1. 1 миллиметр сделаем на спил. По идее, нам этого куска хватит на всю самоделку. А сейчас отрежем эти два куска и потом начнем делать другие зачастую детали. Друзья, как видите, стараюсь сэкономить материал, не вырезать просто вот так вот тупо, а оставлять, что может куда-то еще пригодиться. Теперь отмечаем кусочек 245 на 60. И теперь этот кусочек делим пополам, то есть на 3 сантиметра, на 30 миллиметров. Друзья, за кадром я, в общем, нарезал две полосы 30 мм на 450 и две пластины, два куска 125 на 260. Также на большом куске, который у нас здесь 50 на 50, прочертил центр и сделал небольшой прорезь на время, потом прорежу полностью. Теперь осталось сейчас зачищу все это. Друзья, я все показывать и стал, как зачищал. Теперь беру свои слова обратно. Хорошо, что было покрашено. Краску эту еле счистил. Теперь берем наш кусочек, который 450 на 500. С каждого угла отступаю по 20 мм. Тем самым нахожу центр. Закернила, делаю отверстие на 10. Установил гайки. Предварительно их вот так через болт законтрагаил, чтобы они никуда не убежали. Сейчас мы их вот так в округу обварим. Теперь перемещаемся в сварочный цех и идем все проваривать. Глаза! Гайки по кругу хорошо обварил, теперь выставляем длинные пластины, которые у нас 450. Для этого будем использовать магниты. Нижний металл немножко повело, но мы сейчас по краям прихватим и потом уже струбцинкой здесь подожмем и заварим. Как видите, швы я не делаю, полностью целиковое дело на прихваточке, чтобы меньше вело металл. Теперь берем поменьше, который у нас 25-очки. Вставляем их на место. Поддон готов. А дел, который побольше, за кадром я сделал прорез и загнул ее под 90 градусов. Ну, чуть меньше 90 градусов с двух сторон. Нашел центр, купил вот такой вот замочек. Сейчас мы этот замочек вот так вот прихватим. За кадром я все обварил, зачистил, сделал прорезь, но не до конца, оставил примерно по 5 сантиметров. Также аналогично с данной стороны. Теперь нашу крышку ставим наверх. Взял такие вот петельки, заранее их забил глитольчиком, чтобы ничего внутри не прихватило. Выставляю и сейчас на прихваточке прихвачу. Аналогично сделал с каждой стороны, прихватил пока, ничего полностью проварить не буду, пока не проверю. Сейчас сделаем разметочку, с каждого края отступим по 4,5 сантиметра, по 45 миллиметров. Теперь отступим по 6 сантиметров, будем делать разметку через каждые 6 сантиметров.
И одна у нас потом по центру получится. Мы ее когда отрежем, уже будем прорезать, сделаем. Сейчас дорезаю прорези. Так, ну давайте посмотрим, открывается. Все отлично. Ха-ха, теперь смотрим. А, ну все, все зашибись. Теперь можно проварить. Сейчас за кадром я туда все это проварю. И дальше будем продолжать. Пока временно установил боковую стеночку, чтобы нам сделать прорези. Также прорезь делаю здесь. Сделал аналогичные прорезы с другой стороны и дорабатываю напильничком. Как изготавливал вот эти боковинки? Просверлил отверстие на 5, сделал резьбу М6. Теперь беру вот такой винт, закручиваю его, обрезаю и обвариваю. И получается вот так вот. Теперь берем, одеваем. И также одеваем вторую стружку. Все, мангал готов, осталось покрасить и будет красота. Красьте, все согласились, никто слова даже не сказал. А кто будет ручку делать? Кто будет ножки делать? Я? Да, конечно, сделал, смотрите, согнул такой кругляк. Сейчас сделаю два отверстия. Примерно по центру. Естественно, накерниваю. И соглю отверстие. Ставил, одел две гаечки на 10 и обвариваю. Ну, конечно же, осталось сделать ножки. Ноги я делаю из профильной трубы 15 на 15. Отрезал в размер, отрезал ее 40 см, 400 мм. Отрезал на отрезной пиле. Далее придет вход сварочный аппарат. Вставляем болты на 8, обвариваем. И получились вот такие вот 4 ноги. Также наметил и делаю сквозные отверстия. Шагом 5 см. Друзья, вот и получился у нас отличный мобильный мангал, который быстро собирается и также быстро разбирается. Который всегда можно взять с собой на рыбалку, на охоту, а также на выездной пикник. Единственное, что осталось сделать, это прикупить шампура по размеру и сделать для мангала чехол. Друзья, кстати, напишите хороший рецепт маринада для шашлыка. И самый лучший, и самый интересный я обязательно приготовлю и сниму видео на него, на свой лайф-канал. Ссылку оставлю на канал в описании. Жду туда вас всех в гости. Ну и все полезные ссылки также будут в описании. Результатом я очень доволен. Даже сосед не поверил, что я его сделал сам, думал, что купил. Но теперь увидит видео, и все встанет на свои места. Ну на сегодня я с вами прощаюсь. Всем вам и вашим близким желаю крепкого здоровья, любви и удачи. Пока-пока!